порядке. А у вас? У нас лучше всех. Где ваш задний номерок? Не знаю. Еще раз? Не знаю. А кто знает? Не знаю. Вы, наверное, знаете. Вы не знаете, кто знает, да? Да. Ну, предупредка? Наверное. А можно посмотреть? Нет. А? Нет. А чего нет? Зачем? А вы можете посмотреть на меня хотя бы? Нет. А? Нет. Чего? Зачем? Ну, просто посмотреть глаза на ваши посмотреть. Не хочу. Чего? Потому что. А где номерок? Задний. Не знаю. Потеряли? Да. Так может заявление написать можно? Потеряли? Может. А? Может. Ну да. Поиска. А что перевозите? Кроме какая себя. Разница? А? Разница в чем? Ну как, какая разница? А вдруг у вас там колючие? Может быть. А? Ну может. Вы загадками разговариваете. А вы тоже. Я? Чего да. Я тоже? Да ваш едет. Где ваш документы и номерной знак на автомобиль? Он потерял же, я сказал. А? Потерял. Спрятался, как в капусте. Скажите. А? Скажите. Он же там сидит, да? Угу. Ну да, бензин не палите, дизель, что там у вас? Ну все, я поеду. А? Да я поеду. Вас, не отпускали. Нет? Нет. О, что у вас? А что нельзя? Не спешите, а? Что, нельзя ехать? Показывайте документы. Водительское удостоверение. А что, надо показывать? Да, конечно, надо. Точно? Обязательно. У меня их нет. Как нет? Ну, для вас нет. А для вас я никто, где вы за меня, да? Конечно. Может, показывать? Нет. Давай, Сергей. Да. Документы есть на автомобиле? Есть, водительское конечно. Удостоверение. Возможно. А? Возможно, да. Ну что, ну детский сад или что? Да. Что да? У вас да. А что у нас да? Если у вас нет заднего номера, мы едем сзади. Остановили и проверили. Ну? Ну. Ну я же говорю, спереди есть. Зачем вам документы? Сзади нет. Должно быть два номера. Ну, сзади нет. Что должно быть? Два номера. Потому что должно быть. Ну должно быть, я поеду, устраню. Где вы устраните? Дома устраню. Кстати, ты проверил документы, что обычно есть. Зачем вам документы? Ну что вы не имеете права проверять. Вы не эксперт. А? Вы не эксперт, эксперт чтобы их проверять. Эксперт, чтобы их проверять, эксперт, нет? Чего? Вы не эксперт, эксперт чтобы проверять. Чего? Что проверять? Ну что, документ? Какая водитель? Водитель? Да. Да мы не уверены, что вы водитель. У водителя должно быть водительское удостоверение. А есть водительское которое подтверждает, что он водитель. Есть, конечно. А? Есть, так, конечно. Так покажите водительское, регистрационное и что? Счастливо будет. Да я и так поеду. Какая? А? Я и так поеду. Кто сказал, что вы поедете? Я сказал. А ну пока едете. А? Попробуйте поехать. Сейчас за камеру включу. Включи. Если у вас 40 там автоматические приборы. Чего? Там автоматические приборы. Я не знаю, приборы. На каком вы говорите? Вы на русском или на китайском? Я говорю, там автоматические где приборы. Сороковая статья. 32 статья. Устраивает? Тогда 32 еще устраивает. Еще раз. 32 устраивает. Вот. А 32 статья. Ведется фото видеофиксации. Ну. Смотрите. Ехать будет. Вы тоже? Вы снимаете? Я? Угу. Конечно, снимаю. А что за камера у вас? Какая разница? Какая фирма? Не важно. Ого, объектив. Скажите. Чистый провокатор. Чистый провокатор. Связаю спросить, вы друг кого? Какая разница? Водоса? А кто такой Водос? Да такой же специалист в галузи права. Ну так причина остановки в чем? Я все уже сказал, если по поводу. Какая? А? Согласно 35 статье. Чего?
Согласно 35 статьи, можете назвать причину остановки. Я вам все сказал уже. Я нарушил что-то? Конечно, нарушил. Я вам все сказал. А что я нарушил? Ну, нет знака. Я вам все уже сказал. Ответственность за это предусмотрена? Обязательно. Какая? Документы предъявите. Согласно чего ответственность? 2421. Не, согласно чего ответственность? Я же все говорил. Согласно чего? Ну, статья КУПАП, скажите, пожалуйста. Какая статья КУПАП? Я вам сказал причину. Вы причину сказали. Документы вам для чего? Да проверьте. Вы будете составлять что-то? 32-я статья закона про социальную полицию Украины. Ну? Да. Там я еще и подставы вожаты. Что? В чем подставы вожаты, что у меня нет документов? Отсутствие вот. Номера, что вам говорит, что у меня нет документов, не пойму. У меня есть. Сейчас вы стоите. Ну. Ну, на месте. Согласно 32-й, я не должен иметь при себе документы. У нас не паспортный контроль. Согласно пункту 24 тоже. Ну, 24 хорошо, но ну, там на законной подставе. 32-й, законом исполнительном, там не только документы права, то, что вы не паспортный режим. Я вас не требую паспортный режим. По виду документы направо, а направо именно керование. Ну, так я в 32-й там подставы какие должны быть? Я вам объяснил только, что подставы. Какие? Я что, попугай повторять? Я говорю, в чем подстава? Я объяснил. О, отлично. Лично я, а какой злочин? Это я вам зацитировал. Ну отлично, правонарушение в связи с чем? Правонарушение. Это не означает то, что человек у вас сделать. Сотни задний номер. Ну отлично. Вожатый, это я виноват. Что? Я виноват в этом. Водитель, а вы провокатор? Что-то да, вот не мямлите, непонятно говорите. Пьяный, наверное. А что вы лицо свое скрываете? Ладно, все, включай. Ладно, поехали. А? Да все? Об***лись? Как? Об***лись. Что, сделали? Об***лись. Послышно? Наверное. А? Конечно. Что? Помашь, идите. Все, как до свидания. Покажете? Нет, конечно. Чего, конечно, нет? Ну, потому что не покажу. Придется показать. Не придется. Да, будем стоять ждать. Давайте подождем. Подождем, конечно. Давайте. Да вы никогда никуда не спешите. Мы вас какой-то интересный смотрите. Человек, какой-то вы руку интересный. Рот закрыли и что там в руку пришли. А что, я не могу закрыть рот? Нет, соответственно, вы кому обращаетесь? К вам. Вы с рукой разговариваете. Вы к вам. С ладошки своей. Мы можем понять, с кем вы общаетесь. По-моему, вы дадите, мне кажется. Что? Да вы кому обращаетесь, я не пойму. Кому-то. Думайте сами, если додуматься слабо. Антизаконный гражданин. Угу. Что такое закон, для него это космос. Я только вижу только антизаконных полицейских. Мы никуда не спешим. Человек интересный, просил бы общаться. Ну, общайтесь. Товарищ Лидов, все в порядке, не спите? Дремаю еще. Дремаете? Угу. Поспите. Посплю. Водитель, а вы правила дорожного движения знаете? Конечно. А он, это не водитель, не водитель. Нет. Это человек, который с водителем. Я сейчас точно не водитель. А? Я сейчас точно не водитель. А кто вы? Пока сейчас я пассажир вот этого пассажир? Автотранспорта. Водитель. Водитель это который управляет. По-моему, ты правила не знаешь. Находитесь вместе с совершением правонарушения. Вы оказаны на законные требования сотрудников полиции. Это не то, что мы хотим. Это закон это требует, а не мы. И мы выглядим документы, которые посвечивают суду по специальных правам. Я говорю, у нас не паспортный режим. Который соблюдает законность. У нас не паспортный режим. Правила и чтет закон. Конечно. Правильно, я так понимаю? Да. Законопослушный? Да. Во! А, ты хочешь посмотреть, какая камера? Ага. Соня... 4К снимаю. Так что, все в порядке? Конечно. Оттуда тоже снимают. Вот просто так. Оттуда снимают? А, и вон 4К. Там 4 все в камерах, представляешь? А вы как 3D?
стоите, да? Как? А вы как 3D. Вы опять в руку говорите? Я думаю, ты услышал. Вы не только в руку говорите, да? Я думаю, ты услышал. Вы не только в руку говорите. А вы в руку говорите, да? Камера тут, камера там, камера там, камера там, камера здесь. Глаза не свети. А я глаза не светил. Ты светил глаза. Светил глаза. А что такое? Это ты в камеру ваше... светишь, чтобы тебя дочка видно это не было? Это субъективное мнение ваше. Вы человек публичный, но тут и из тебя снимают. Не, ну да, надо что-то выкладывать. Вот он мне напоминал. Да? У тебя есть шанс снять быстро. Зачем? После 21-го. Быстро снять. Одеть. Мама, он начал смотреть, видите, что-то там. GoPro, GoPro. Я говорю, глаза не свети. Кто глаза светит? Ты. Я не слышу, вы в руку говорите. Вы же в руку говорите, вы не помню, что вы говорите. Зачем ты светишь глаза? Зачем? Показать вам. Я слышу. Не, ну может быть, это не кого-то мне очень. Надо составлять, раз глаза красные. А? Глаза красные надо составлять. Слушай, надо много пообщаться. Я думаю, что пора начинать что-то делать. Что? Пора начинать что-то делать. Например? Ну вообще что-то делать. Вы стоите 10 минут, ни хрена не делаете. Либо я поехал, либо начинаете что делать. А что надо делать? Я не знаю. Если правонарушитель, личность устанавливаете. Я в чем проблема? Катается, катается. Тяжело по автомобилю личность установить или что? Там рука она приклеилась. Вот вам помочь, руку отклеить. У меня перегар, не хочу на вас дышать. А? У вас перегар? Да. А чего? Вы себя накручиваете. Ну, наверное. А чего перегар? Наверное. От компота сухофруктов? Да. До такой степени у товарища пассажира личность знакомая. Где-то я его видел. Лично не встречал. Нет, точно, вот он. Ну, да, да, вот, да. Мистер Хам. Кто? Вот, мистер Хам. Да. Мистер Хам? Я смотрю, личность знакомая. Мистер Хам? Да, да, конечно, вот. Там сейчас... Так, не вот, ну вот. Там уже не видно. Как две капли воды. Ни документы тут не... Точно. А может, ты не знал, что ты не попал? Не, похоже, точно. И повадки те же. А что резина летняя лысая? Да нет, лысая. Да летняя лысая. Точно, а я думал, что за личность такая знакомая. Как вам можно обращаться? Водитель. Товарищ водитель, да? Угу. А вы же не водительского нету. Или пассажир. Вы же меня зовут водитель. Вы запутывались. Говорите одно, потом другое. Я говорю, зовут меня водитель. Зовут водитель, но вы товарищ пассажир, да? Нет, зовут водитель. Как? Зовут водитель. Кого зовут? Ваш повелитель. Кто знаете зовут? Это? Кого зовут? Ну, смотрю, вас зовут, вы сами и приходите. Не помню. Зовут водитель. Кто зовет водителя? Ладно. Ебать, три клоуна. Товарищ пассажир-водитель, есть у вас документы? Нет. Водительское удостоверение? Есть. Для вас нету. Есть, но для нас нету, да? Это как понимать? Ну, то так, что вы их не как? Увидите. Мы их не видим? Конечно, нет. Не видим, вы их не показываете. Я и не увидите. Не увидим? Нет. А они есть? Может быть. Может быть, а может нет. Одна, вторая, где-то еще. В руке, наверное, еще одна. В глаза не свети, говорю. Я глаза не светил, это субъективное мнение. Ты да вот это, это объективное что? Мнение. А? Опять в руку говорите. Опять в руку говорите. Может. Товарищ водитель, а где вы такие сувенирчики взяли, лопатки? Вам не заняться? Еще раз, опять? Не им заняться, говорю. Водитель, пассажир, не подскажете? Я говорю, я смотрю, что вам им заняться. Опять руку говорите. Да ты все слышишь, что ты дугайся клеишь? Красивый, ничего не понимаю. Странно, не понимаю. Не, ну с кого
водкой нам, конечно, повезло. Тут не холодно, да. Что-то запрещенно перевозит. Они могли бы в открыть двери. А что еще? А? Может отжаться? Открыть двери можете? Может упасть и отжаться? Еще раз. Может упасть отжаться? Я ж попросил дверь открыть. Основание. А? Основание. Проверите. Я ж вас попросил, я не... Да-да, нет-нет. На основании чего? Да-да, нет-нет. Если ваша просьба, я на все просьбы говорю нет. А? На все просьбы говорю нет. Клоуны, это пи***ц. Просто да, бурчит. Все люди бурчат. Повырезает. Все простой повырезает. Так ни один же поле правду не выкладывает. Выкладывает это то, что ему. Вот. Уважаемый всеми мистер Пан, он тоже вывод, то, что ему. Ты что так делаешь? Что вдруг это? Ты выкладываешь. Что вдруг это? У вас тоже есть свой канал? Ты как обезьяна, вот за камерой. Как обезьяна за камерой с фонариком, знаешь? Опять не слышно. Да что ж такое? Да потому что ты сухо высунь. Еще раз. Сухо высунь. По-моему, у нас сорта высунулись. Сорта? Вы можете сказать нормально и внятно. У вас... Ты пи***ц. Я тебе внятно слышу, говорю? Я не понимаю. Ты ку***ный пи***ц. Не понимаю. Который провоцирует сотрудничество. А кто ху**ный сорта должен вытянуть? Я? Что? Удостоверение предъяви. Я же вам показывал. Я говорю, удостоверение я вам предъявляй. Я показывал два раза. Удостоверение предъявляй. У меня видеосъемка непрерывно ведется, я ты ни ху**а не показывал. Показываю удостоверение. Два раза показывал, два раза представлял. Я говорю, предъяви удостоверение. Удостоверение предъяви. Я говорю, удостоверение предъяви, ублюдок. Сюда иди, ты лучшая. Что там я должен сорта вытянуть, ты, блядь? Что я должен сорта я вытянуть? Я слышу, вы рукой говорите, ты сорта, что я должен вытянуть, ты долб? Я не слышу. Высунь, хорошо, слышу, удостоверение как? Предъявляю. Как? Ты говорил. Стоп. Ты говорил. Вам уже 10 раз объяснили. Удостоверение ты предъявляешь или нет? Ну, предъяви. Жетон на видное место. Жетон на видное место. Как оно на видном месте? Где на видном месте? Ну, вот жетончик. Ты что, или что? Скажи, убери жилетку. Жилетку убери. Да ну вот, видишь. Я говорю, убери жилет. Я все, уже убрал. Можешь штаны снять. Штаны снять? Для чего? Опять хочешь? Твои колени. Я же уже объяснил. Что ты объяснил? Да ты, блядь, охуел, ты понял? Ты мне смешно. Мне смешно. Мне смешно. А вы видели, как вы разговариваете, когда они. Ты видел, как ты разговариваешь? Да ты себя увидишь, ты посмотри. Как чистая мурло, понял? Что сказали? Что здесь? Нету номера заднего. Ну, вы мне сказали, что его нет. Я откуда знаю? Я вам сразу сказал, я не знаю. Сказал, я потерял. Кто сказал? Я сказал, может быть. Ну так пересмотришь ролик и посмотришь. Да какой ролик? Мне не интересен. Ну так посмотришь. Да только посмотрю ты вот этот строчек комментарии там левые. Я? Ну а кто еще? У всех. Вот причем? Найди, покажи мне. Давай. Вадоса, минут, это ж ты тоже, да? Вадос? Это ж ты у меня спросил про Вадоса. А, если не ну а кто? Спросил, ну вот, ну не важно, какая разница. Узнаешь, кто, ну хорошо, Вадоса. Пересмотрю. Ну, ну так ты ж, а кто еще? Так делайте, берите что-то. Че вы я не пойму. Кого дел? Ну а? Так давай по закону. Тебе что закон... по закону? Тебе так закон... давай по закону. Тебе... В чем проблема? Так а что ты получил? Давай по закону. Делаешь? А что я делаю? У меня нет документов. Делайте по закону. Какие документы? Как ты говоришь? Ну нету документов. Есть, я вам сказал. Есть. Что я сказал есть? Есть документы. Я сказал может у меня быть. Есть. Возможно. Вот, теперь может возможно быть. Для вас. Короче, есть. Не понял. Ну нет документов. Все? Есть у меня. Ну все вы на заднюю? Ну у меня нет документов. Вы все на заднюю или нет? Водительская сказал, что я говорю, нет у меня с собой. За свои слова не отвечаю. Я сказал, возможно. Ты слышишь стоп. Меня? Что значит возможно? Ну ладно, оно у меня есть. Я есть. Тебе его не предъявлю. Все, давай. Ну, мне не давай. Ну, мне не давай. Ну, мне не давай. Давай по закону. Предъявлю я его или не предъявлю?
Ты как человек законопослушный, должен выполнять закон. А что я делаю? Ты выполнил закон? Да. Ну ты ко мне когда обращался, ты представился? Я не обращался, я ходил. А что машину. Ты ходил? А я с кем ты разговаривал? С пацанами, с полицейскими. А, да? А я когда ты со мной начал разговаривать, ты представился? Я не общался с тобой. И сейчас ты не общаешься, правильно? Ну ты представился, ты выполнил закон. Что ты рассказываешь, я не пойму. Стоп. Ну, что написано в законе? Что дальше? 18-й, пункт 3. Что написано? При зверненні громадян. Ну. Полицейский повинен прислать. Ну, я звертався? Нет. Мы сейчас разговариваем, ты не понимаешь, что такое звернення или что? То есть разговор это не звернення. Ты на вымогу полицейский предъявляет удостоверение, в чем проблема? А представиться ты должен при звернении громадяна, ты не понимаешь? Открывай за 18 пункт 3. Ну, открывай, посмотри. У меня библиотеки нет. Ну, а ты не знаешь его наизусть или что? Так а что? Ты вообще иди нахуй. Если я его знаю, это не означает, что я должен учить его все. А кто должен тогда учить? Ну, я ж подожди. Это не профильная статья? Или это не профильная статья? Или покупают закон и читают. Любой гражданин может купить или в интернете открыть и почитать. А кто приехал на вызов? Вы? Да. Можно, пожалуйста, востребовать вот этого данного вот полицейского удостоверения? Я вот у него прошу уже который раз. Вот, вот этот человек, вот этот, который с сигаретами стоит, курит в общественном месте. Никто не курит. Где? Вот, а ну поближе, где курит человек? Ну только что стоял, только что стоял, только что стоял, только что стоял. Это неправда. Слушай, ну не строй клоуна из себя. Ну не строй клоуна. Нас людей мы обманываем. Не строй клоуна. Ну нет, у меня никто не курит. Не строй клоуна из себя. Ну только что он делал до этого? Где? На то, что я не обращал внимания. Что где? Съел, айка съел или что? Хит съел. Хит. Правильно. Удостоверение предъяви свое. Лучше хит, чем, да, другое? Да, товарищ полицейский, я предъявите говорю, на требования гражданина удостоверение. Я вам уже два раза предъявлял. Я говорю, вы не предъявляли. А в чем сложность предъявить еще раз? Потому что я два раза предъявлял. Ну, вы говорите, в чем сейчас сложность? Я полностью не ознакомился. Ознакомились полностью. Я говорю, я не ознакомился. У вас сейчас проблема предъявить? В чем? Может, у него нету просто? Он мне не предъявлял. У меня есть непрерывная запись, с машины пишет. Как нет? Я могу товарищу инспектору показать, что у меня есть, пожалуйста, предъявлял. Что? Вот, товарищу инспектору покажу, что я предъявлял. Вот, что, он пожалуйста. Вас просит? Нет, просто, что... Правильно. Вы же правильно, не граждан показываете, а своим только инспекторам, правильно? Только инспекторам. Вот это же сразу показывает вашу деятельность, понял? Что мне понимать? А? Что мне понимать? Видео понимать? Ты уже съел это видео 150 раз. Да съел, ну правильно, ты был, таким и останешься, понимаешь? Ну потому что тебе хуй, я тебе сказал, в ухе. Это я сказал, что? Я сказал. Что ты сказал? Ну, я сказал. Что ты сказал? Ну скажи, что? Я не буду говорить. Не я будешь? Не да буду ты уже повторять. Рассказал, я тебе отвечаю. Да? Я посмотрю, как ты там мычать будешь стоять. Посмотришь. Отвечаю. Я тебе отвечаю, будешь ты там мычать, как корова. Меня остановили сотрудники. Они нихуя не делают. Мы стоим полчаса. Ноль. Они объяснили вам, почему у вас есть? Да, нет номера. Я сказал, я документы не хочу предъявлять. Все, нету процедуры, они меня отпускают или что? Не хочу, сказал, есть или нет. Я сказал, предъявлять я не хочу. Сейчас вам заявляю. Потом я не пассажир. Ну вы же правильно, ну вы по закону. Вы же водитель, правильно? Что водитель? Да, я и управлял. У меня есть, он пусть говорит, у меня есть документы, это он придумал. Я их не предъявляю, согласно 126. Вот вы можете писать, там не предъявляю. Все. В чем проблема? Действуйте, в чем? Сейчас устанавливается личность. Да? Ну, отлично, устанавливайте. Устанавливайте. Ну, устанавливайте. Давайте. Всем покажем, как вы устанавливаете. Это вот работа. Языки просто в рот засунуть и все. Да не, ну нам неприятно. Так, так и есть. Общаться с человеком, который... А что ты пообщался? А ты помнишь, как ты начинал общаться? Честно. Или я что? Знаю, я начинал да? Общаться. В руку дает, в руке потеет. Это кто говорил? Кто? Слушай, да блядь, на видео все есть. Что ты как клоун? Ты говорил мне. Ты говорил мне. Вам говорил. Я тебе хоть одно оскорбительное слово сказал. Вам я не говорил. А ты, блядь, когда подумал, потом на... Только вырежешь, это вырежешь, кого вырежу? Вырежешь, то, что я сказал, вырежешь, да я да. Скажу. И это пусть будет посмотрят. Да ты, правильно? Да ты да.
И посмотри, как ты там умничать будешь, понял я меня? Я тебя оскорблял. Что? Если ты на мужика, ты меня оскорблял. Да я покажу, посмотришь видео. Что ты покажешь? Посмотришь я видео, посмотришь, как ты общался. Посмотришь, как ты общался. Вот так вы общаетесь с теми, только это. А перед активистами сытись, как сейчас. Что нет? И сейчас ты уебешь отсюда, ты его хуело рассмотришь, понял? Потому что ты долб***. Вот это я нервничаю, понял? Давайте, если по закону... Я сказал, я не буду вам предъявлять, потому что вы даны. Дальше. Вот все, давайте. 173-ю составлять, давай. Я хоть поржу. И что дальше? Я стружу маты. После чего маты? Ты мне скажи. Я просидел 12 минут, или он 12 видео пишет. Я ноль слов. Я сказал минимум слов. Вы себя слышали? Вообще. Даже неприятно за слова общаться. Не отвечает. Что за слова не отвечает? Да я посмотрю, что ты отвечаешь, ты чё? Ты остановил, я бери, делай. Бери, делай. Делай, бери. Что делать? Делай, что бери. Делать? Чё ты сюда ко мне подходишь? Ты что? Чё ты ко мне лезешь? Ну так не подходи ко мне. Будешь своей жене подходить. Жене притуляйся к своей, хорошо? А ко мне не тулись. Понял? Ну ладно, к мужу. Я что, виноват? Не знаю, я раз жены нет, значит муж у тебя есть. Ну, куда раз ты ко мне тулишься, значит, у тебя муж. Я говорю, на отойди. Вот и все. Делай, отойди на два шага хотя бы. Я на два шага. Я ебаю, что ты там кровавая рука в кармане. Кого? Может, там что-то теребонькаешь. Бонькаешь? Да. Таких слов не знаю, теребонькаешь. Да ты я не знаешь. Да, что да. Ну, так рассматривай дело. Давай какое ты дело? Его рассмотри. Какое ты дело? Меня остановил, сказал, что я нарушил. Бери, рассматривай дело. Ну, ты ко мне подошел. В чем проблема? Ты сказал, что ты нарушил, что я нарушил. Ну. Так не бери нарушу, давай, в чем проблема? Я сказал, что нет. Ну, ты мурчать-то сколько? Ну, я сказал, ну нет, ты ну, что нет, дальше? Ничего, ничего. Я сказал, за это ответственность есть. Ты сказал, конечно, есть. Так давай, на, привлекай. Я сказал, какая ответственность за это есть? Ну, она есть. Что я сказал? Какая разница? Она раз. Есть. Я сказал, что это за ответственность. Есть. Нет, номерного закрытия есть, есть. Удачи. Слушай, ну и кто еще балл? Кто? Ебать. Ну ты балл, я тебе отвечаю. Повесь, иди нахуй свой рот. Все, я могу ехать? Инспектора. А? Не могу понять, а что это у вас за речь такая? Здрасте. Что за речь такая? Я стою в стороне, вот наблюдаю за этим всем. Ну, цирк какой-то. Что это за разговор? Товарищ такие? Крыга. Я, по-моему, по-моему, ваших, нормально по-моему, ваших, общаться. Я с вами вы нормально столько, общаюсь. Вы сколько столько, когда вы, после которого общения, вы со мной уже. Нормально общаетесь? После которого вообще. Вот смотрите, сколько вы раз приезжаете на вызов к своим сотрудникам, скажите. Это не мои сотрудники. Ну, тем более, какая разница, к любым. Ну, что-то вы приезжаете. Мимо проезжаю, смотрю, тут вы стоите. Думаю, остановлюсь, ну, посмотрю, что здесь за ситуация. Ну, а здесь вы трехэтажные маты ну, чего? Гнете. Ссылочка есть, смотрите канал. Посмотрите да это видео здесь... и посмотрите, как все начиналось. Вот из-за чего эти маты. Так, ну, все уже. Ну, все. Если у вас есть там видео, покажите ну, видео. Все. Так я покажу. Посмотрят. Так меня оскорбляли, причем каким здесь? Образом оскорбляли? А, сказали, что достань сорта, например. Вот это чело ебаное, как кто-то Габеков, который. Я что-то там вырезал. Посмотрите. Чего? Вырезали, да. Вырезал? В чем? В том, что мы стояли там 30 минут, я писал заявление. Вырезал, конечно. А что еще надо? Что еще я вырезал с Агабековым? А ну скажи. С Агабековым я не знаю. Я же не присутствовал. Ну. Его, когда он с вами общался, я речи не слышал. Ну. Поэтому что вы там вырезали, вы... не знаю. Ну так зачем говоришь, что вырезал? Ну со мной разговор вы обрезали. Какой да. именно? Который мы на мосту делали? Не, ну, не там. На когда Кагабикову приезжали. Ну правильно, так а смысл было, если я писал заявление? Какой смысл? Ну так знаете, пообрезали. Ну, там вопрос был в Агабекова. Ну. Ну и все. Ну, да, а ну это вам не интересно, понятно. Ну, к чему сейчас вот эти вот маты? Мне ни к чему, я могу ехать. Меня остановили. Я вы что-то делаете. Вот общайтесь, ну нормально же общайтесь. Они... С кем? С инспектором. Я с вами нормально он общаюсь. С этими пи***ми я не буду общаться. Ладно, товарищ Крыга, до свидания. Сказали, что нет номера, может потеряли. И сразу я вот сказал, вот, может и быть. Сразу вот это вот, что вот это? Шо, там, да нет, ну и что там, дальше? А что, это запрещено или что? Да, конечно, документы в зубах несут, понятно? Документы в зубах несут. Да не кричи. Ну а что ж ты сейчас так не базаришь? А что ты сейчас так не базаришь? А вот так как ты разговаривал. А может быть вы что везете? Ну давай, может посмотришь машину? Ну не показывайте, не показывайте. А, ну все, да. К чему эти вопросы? Что я должен показать, кто-то должен? Какие вопросы? Зачем? Кто-то должен тебе открывать машину или что? А зачем ты это спрашиваешь вообще? Ну, спросила, что спросить, зачем? Нельзя нет, спросить. Нельзя. Почему ты нельзя? Должен в рамках закона что? Делать. А есть способ, закон, предусмотренный законом. Закона. Ну, а что ты сделал в рамках я закона? Спросил, короче, что-то вот это запрещающее ведете? Нет, не видел. Ну, согласно какого закона? Согласно какого закона? Способ какой предусмотрен, что ты спрашиваешь, что в машине? У меня есть подозрения. Какие подозрения? Я уже объяснял. Ну, согласно какого закона? Если у тебя есть подозрения, значит, у тебя есть какие-то действия.
Я все же говорил. Все, иди. Давай. Остановили, объяснили, вот, вот такая вот ситуация. Хорошо. Изначально просто. Ну так вытяни, стопы. Я уже сказал. Ой, да иди ты на. Иди ты на. То мы с тобой за это поговорим. Я не буду говорить с вами. Мне интересно. Я с вами уже поговорил. Хорошо. Ну и что? Номера сделайте, хорошо? Да тебя все забыл спросить. Хорошо? Тебя забыл спросить. Не забывайте пристегиваться. Тебя забыл спросить. Аккуратненько за рулем. Денис Александрович, счастливого пути. Давайте. Идите. Нервишки покрепче. Не б***ь голову на это. Радио обратно сдавайте, там стоит служебный автомобиль. Денис Александрович, счастливого пути. Да.